Наркомания – одно из самых страшных явлений нашей современности. На сегодняшний день возникает множество ситуаций, в которых люди молодого возраста контактируют с наркотиками. От того, как они будут готовы дать отпор этой серьезной проблеме нашего времени, зависит их будущее. Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом в Славянском районе детям и подросткам показали альтернативу вредным привычкам. Незаконное потребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, токсикомания, алкоголизм. На свете нет государства, которое бы миновали эти проблемы. Смерть от наркотиков, распавшиеся семьи, больные дети. Пагубные привычки бьют не только по сегодняшнему, но и по завтрашнему дню нашего общества. За последние 2 года в наркологическом кабинете Славянской ЦРБ не было зафиксировано ни одного подростка. Это результат слаженной работы всех структур и ведомств Славянского района, а также постоянная профилактическая работа в общеобразовательных и учебных заведениях. Наркологическим кабинетом проводится очень большая профилактическая работа. Непосредственно я являюсь подростковым наркологом и стараюсь ежегодно посетить каждую школу и до каждого ребенка все-таки донести вред, который приносят наркотики, табак и алкоголь. Главное, чтобы в обществе было понимание, что с этой бедой надо бороться комплексно. В борьбе с наркоманией также очень важна роль семьи, общества. Только совместными усилиями можно победить в этой борьбе, уберечь детей от наркомании. В преддверии Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом во всех школах нашего района для детей была организована работа тематических станций. Главная цель – показать ребятам альтернативу пагубным привычкам. В лицее номер 4 побывала наша съемочная группа. Там школьникам предстояло показать свои творческие способности, состязаться в спортивных играх, принять участие в интеллектуальных конкурсах. Если хочешь быть здоровым, закаляйся. Если хочешь быть здоровым, умывайся. Очень важно найти интересное и полезное дело по душе. Главные пособники опасных привычек и зависимости – безделье и любопытство, которым зачастую подвержены подростки. Если ребенку некогда постоянно находиться на улице, он занят спортом или творчеством, он не поддастся соблазну. Большинство ребят это понимают, поэтому выбор делают в пользу спорта и здорового образа жизни. Я думаю, нужно вести спортивный образ жизни, чтобы даже времени на это не хватало, быть таким занятым человеком. Нужно спортом заниматься, это обязательно. Будешь спортивным, будешь здоровым, будешь не болеть, будешь закаленным. Чтобы всегда быть здоровым, нужно заниматься спортом, закаляться и наслаждаться хорошей жизнью, без наркотиков. Наркотики, они вызывают зависимость, и от этой зависимости очень сложно отказаться. Потом человек не живет очень много при наркотической зависимости. Нужно отказаться от наркотиков, заняться спортом. В лицее номер 1 в этот день проходил День здоровья под названием «Жить здорово», также приуроченный к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Маленькие дети понимают, что самое главное в их жизни – здоровье. И самое главное – всегда быть рядом со своими друзьями, рука об руку. И тогда в жизни все беды пройдут стороной. Мы надеемся, что каждый ребенок, который принял сегодня участие в этом празднике, для себя поставил приоритетом – это здоровье и дружбу. Ну и, конечно же, такие мероприятия мы будем проводить и в дальнейшем, для того, чтобы развивать в детях именно их внутреннюю позицию и пропагандировать здоровый образ жизни. Сегодня наркомания – это не просто проблема, это боль всей мировой и российской общественности. Для планеты 100 лет борьбы – миг в истории, для людей – это 5 поколений жизней. И их надо спасать. Каждый век – это миллионы недопустимых потерь. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».